Большинство опрошенных нами пермяков в еде себя не ограничивают. Говорят, зачем упускать эту радость в жизни. Напротив, чуть меньшее количество респондентов воздерживаются от многих продуктов. Под запрет попадают сахар, фастфуд и газированные напитки. Четверть опрошенных обходят стороной полуфабрикаты и употребляют больше овощей и фруктов. 2% проголосовавших придерживаются вегетарианского питания и не употребляют пищу животного происхождения. Естественно, отказываемся от полуфабрикатов, это однозначно, потому что в некоторых продуктах, во-первых, содержится ГМО, во-вторых, неизвестно, что там, это во-первых. А во-вторых, стараемся есть натуральные овощи, хотя и в них селитра не исключительно. Ну и придерживаемся спортивного питания. Нет, к сожалению, диеты мы не придерживаемся, как покупали, так и покупаем. Но, к сожалению, расходы на продукты гораздо увеличились. Я вообще не отказываюсь, я ем сладкое. Нужно в первую очередь радовать себя, а потом уже диета и это. Некоторым, кстати, идет даже похота. Ну, если так посудить, у нас сейчас все химия в жизни. Как и овощи, и продукты, овощи. Все по сути химия. Нету сейчас настоящего, только свой огород. Конечно, отказываюсь каждый день, каждую минуту. Ну, прежде всего, это сахар, соль. Ну, все жирное, жареное. В общем, я борюсь со своим весом ежедневно и безрезультатно. Я молодец.